Синий, синий, синий. Кажется, синева заполнила весь зал Городецкого музея «Дом графини Паниной». Выставка так и называется «Синий в кубе». Автор всех этих работ – москвичка Вера Голубева. Еще ее называют «Королевой русской набойки». Почему набойки? Ассоциация сразу почему-то с обувью. Но нет, в старину кубовая набойка – это способ декорирования ткани с помощью ручной набойки узора деревянными штампами и окрашивания ее натуральным красителем индиго. Мастеров обычно называли колотильщиками или набойщиками, потому что с помощью вот такой киянки узор наколачивали на ткань. Испокон веков, и не только сейчас, женщины были модницами, им хотелось красиво наряжаться. Способов украсить себя было немного технологически. Поэтому ткани, несмотря на все, тоже старались украсить, но уже такими подручными средствами. Сами выращивали лен, сами изготавливали холст, а дальше отправлялись к мастеру. И вот эта женщина пришла, например, к колотильщику и говорит: «Мне нужна ткань на рубаху». И он ей показывает вот такой холст, он называется «Манерник». На нем нанесены все рисунки, которыми он обладает. Они обычно еще и были пронумерованы. Она говорила: «Мне вот номер 4, например». Он отламывал номерок, откладывал вместе с холстом, который она принесла. Через некоторое время она к нему возвращалась за этой тканью. Иногда, чтобы не запутаться, он и на ткани с обратной стороны подписывал, например, «Устинья Лаврентьевская». И, кстати, это долго вводило в заблуждение долгое время, потому что думали, что это имя мастера. А оказывается, это было имя заказчика. Вера Голубева не только мастер по набойке, где, кстати, помогает ее муж Валерий, это он делает манеры, но и еще самобытный модельер. Женские наряды выполнены полностью вручную, использованы различные приемы и техники шитья и, конечно, кубовой набойки. Ну и вот спереди мы видим очень интересный крой, орнамент украшенный, но интересная деталь. Она говорит: девочки молодые, хочется как-то им себя показать. И сзади она придумала вот такую вот отрезную спинку, настоящая летняя модель, очень легкая, очень воздушная. Специально для горожан, для этой выставки, королева русской набойки подготовила такой вот триптих «Солнце на лето, зима на мороз», посвященный Дню зимнего солнцестояния.